Ребята, всем большой привет! Мы находимся на нашей даче. Если вы впервые на моем канале, то, конечно же, подписывайтесь, если вам дачная тема интересна. Я думаю, сегодняшнее видео подойдет тем людям, кто только начинает дачную жизнь. И сегодня я расскажу о некоторых кустарниках, о некоторых растениях, которые, по моему мнению, неприхотливы в уходе, неприхотливы в посадке, на мой взгляд, да. И мне кажется, вот именно новичкам такое видео будет очень даже полезным. Первое, с чего хочу начать, это барбарис. У меня не так много кустарников барбариса на участке, но есть два, и они абсолютно разные именно по форме. Они оба бордовые, но тем не менее листочки отличаются. Я вам обязательно здесь ставлю картинку, как они выглядят. Барбарис абсолютно неприхотливое растение, вырастает достаточно высоким, то есть надо уже смотреть, да, какая высота вам нужна, но в любом случае его можно всегда формировать, подрезать, делать какую-нибудь форму. Или, например, очень многие барбарис используют как живую изгородь, то есть можно посадить много-много барбариса, там, ну, к примеру, там около 30, может, 20 сантиметров. Я, если честно, на своем участке пока это не делала, потому что это все-таки достаточно затратно. Но если вы вдруг хотите живую изгородь, стричь его в виде такого ровного заборчика, и будет достаточно симпатично смотреться, я обязательно вам ставлю здесь картинки, как это смотрится. Мне, например, очень нравятся живые изгороди из барбариса. Барбарис бывает как зеленый, так и вот такой вот бордовый. Красиво смотрится и тот, но я больше предпочитаю все-таки добавлять какие-то краски в сад, поэтому я захотела именно барбарис вот такого вот бордового цвета. Следующее, что я очень люблю в своем саду, это туя смарагд. Я не знаю, это одна из немногих, наверное, туй. Я, конечно, все не знаю, да, какие бывают туи, но тем не менее она самая, на мой взгляд, вообще неприхотливая. То есть неважно, когда бы мы ее посадили, там весной, осенью, ну, у нас суглинок, и смарагд замечательно растет, не обгорает, не нужно на зиму закрывать. Также можно из этой туи сделать живую изгородь, что тоже очень хорошо, особенно кто не хочет ставить забор, как у нас, глухой, можно сделать это из туи смарагд. Нужно понимать то, что это также затратно, если сразу брать большие туи. Если маленькие, то, ну, придется ждать, пока они вырастут. У меня на заднем фоне есть три такие туи смарагд, и я их сажала 2 года назад, мне кажется. Да, 2 года назад. Брала прям вот такими маленькими. Они очень дают хороший прирост, эти туи. Да, мне кажется, практически ничем не болеют. Очень легко за такими туями ухаживать. Опять же, повторюсь, это видео о неприхотливых растениях. Поэтому вот туи смарагд я смело могу посоветовать. А я вам сразу скажу, я не супер огородник. То есть есть вот люди, у которых огород, сад, они там каждый листочек смотрят, что-нибудь там делают, постоянно обрабатывают. Нет, я где-то вот посерединке, либо даже ниже, поэтому я стараюсь, конечно же, чтобы у меня на участке были такие растения, которые будут мало времени занимать. Но тем не менее, если посмотреть на задний фон, у меня есть розы. Они просто на самом деле красивые, да, они все лето цветут, поэтому они у меня есть, но с ними, вот с розами, есть большие заморочки и большие вопросы к ним. Следующее, ребят, растение, о котором я хочу вам рассказать, это лапчатка. У меня есть одна единственная лапчатка на желтого цвета. И вы знаете, очень классно лапчатку стричь именно вот таким вот шариком. Очень красиво это смотрится. Можно, конечно, и так оставить, но вот именно когда вы ее подстрижете, вы увидите такой более аккуратный кустик, который будет выбиваться, да, из вашего ландшафтного дизайна. Лапчатки бывают разных оттенков. Я вот буквально в этом году посадила такую оранжево-желтую лапчатку. Очень красивый цвет, но лапчатка еще маленькая.
если вы посмотрите мои предыдущие ролики с дачными блогами, то я часто показываю и барбарис, и лапчатку. Как я это все стригу, то увидите, как на самом деле это все красиво смотрится. Лапчатка, мне кажется, очень хорошо подходит в сад, за которым практически не нужно ухаживать. Повторюсь, практически не нужно ухаживать, потому что в любом случае вы сами должны это понимать, то что за любым, абсолютно за любым садом нужен хотя бы минимальный, но уход. А также следующее растение, о котором, я думаю, чтобы миллион раз слышали, это хосты. Просто замечательное, я считаю, растение, недорого стоит, и у вас все лето будет зеленый сад. Можно посадить вдоль дорожек, да, какую-нибудь теневой сад, тоже будет прекрасно расти хосты. Также очень красиво, когда они цветут, они выпускают такую стрелку, и на ней несколько штучек сиреневых цветочков. Тоже очень красиво смотрится, и вот абсолютно, абсолютно неприхотливое растение. У меня хосты растут возле крыльца. А почему у меня там хосты растут? Потому что зимой падает снег вниз, да, и, собственно говоря, я их туда посадила, потому что я их обрезаю, и они спокойно там у меня зимуют. Ничего туда такого типа барбариса либо лапчатки я не могу посадить, потому что снег все зимой сломает, и весной я, естественно, буду расстраиваться, что я туда это все посадила. Поэтому вот именно возле крыльца, где падает снег, я посадила такие растения, которые осенью я все срезаю, и у меня чистая клумба остается. Также хосты, я думаю, что очень классно посадить, например, при въезде. Участок тоже будет замечательно смотреться. В общем, это супер классное и неприхотливое растение разных цветов. То есть я имею в виду зелень, да, вот лист зеленый, он бывает тоже разного цвета. Там подобрать свой сад, хосту можно любую. Последнее, о чем я вам сегодня хочу рассказать, это также цветущее растение, это флоксы. Я думаю, что многие на даче у бабушек видели флоксы. Вот абсолютно. Вот я как-то когда-то купила на рынке у бабушки эти флоксы, посадила, и вот просто забыла про них. Возможно, за ними нужен уход, но невозможно, да, вот у меня просто элементарно не хватает времени за всем ухаживать, но я считаю, что флоксы тоже неприхотливое растение, очень красиво цветет, замечательный запах. Всегда вот, когда я где-то там мимо клумбы прохожу с флоксами, потрясающий такой. Иногда даже от роз такого запаха не дождешься. Так что да, вот это мой список на сегодня. Конечно, это список можно продолжать просто бесконечно. Пишите внизу в комментариях, какие у вас неприхотливые растения в саду. Увидимся с вами обязательно в новых видео. До новых встреч и всем пока-пока!